Всем привет! Мы сегодня будем снимать видео про яйцо динозавров. Такое яйцо? Сначала я вам расскажу про мою коллекцию. Это антиплодок, это птеродактий, это анкилозавр, это пантозавр, это стегозавр, это вератолаптор, это тиранозавр, это саблезубый тигр, смеандрон, а это мамонт, а это трицератопс, мамонт, это смеандрон моего друга, саблезубый тигр. Да, правильно. Это тиранозавр, а это плантозавр, это стегозавр. Это кто? Вератолаптор. А это маленький? Анкилозавр. А это просто пчелодактий. Диплодок. Это самый огромный динозавр, который жил на Земле. Правильно. Теперь будем раскладывать яйцо динозавра. Да. А ты знаешь, откуда мы привезли это яйцо? Помнишь? Нет, не помню. С Турции? Да, с Турции. Давай открываем наше яйцо. Оно у нас чуть-чуть разбилось при транспортировке. То есть разбилось основание. А яйцо само целое, посмотрите. Это яйцо стегозавра. А, точно, здесь стегозавр. Вот он, да. Стегозавр, давай. Его сейчас будем раскрашивать. У нас вот такие пальчиковые краски. Для того, чтобы раскрасить стегозавра, нам понадобится зеленый и оранжевый цвет, да? Давай, такой зеленый возьмем. Давай я помогу. Я сама. Наливай. Вот. Прямо так себе поверни. Можно его даже сделать цветным. Давай попробуем. Добавим немного ярких красок, например, красного. Хочешь? Да. Мы его разобьем потом, а там вылупится маленький динозаврик. Нет. Почему? Там нету никакого динозаврика. Он же сделан из мела. Ой, чуть не разбился. Вау, какое яркое яйцо у тебя получилось. У меня сейчас больше получится. Мы его потом засушим и поставим в сервант, да? А я придумала кое-что. У меня есть супер идея. Вот. Давай ставь отпечаток. Вот так вот у нас получилось. А теперь пойдем мыть руки. Ты что, дальше будешь красить? Да. Ты думаешь, оно недостаточно яркое? Мама, смотри, какая! А ну-ка покажи, что у тебя получилось. Вот, яйцо взяло с классом. Ты его так закрасил, что стегозавра почти что не видно. Ну, ничего страшного. Вот такая абстракция у Клима получилась. Сейчас будем все отмывать теперь, да? Да. Понравилось тебе рисовать? Да. Потом мы завтра яйцо... Динозавр Рекса купим. Надеюсь, вам понравился этот сетерам. Всем пока.